В Хакасии прошел День пенсионной грамотности. Инициатор – Пенсионный фонд. Задуматься о будущих пенсиях предложили 16-летним подросткам. Десятиклассникам провели ликбез и научили жить расчетливо. Как получать зарплату по-белому, сделать пенсию высокой, понять, из чего она складывается, объясняли школьникам специалисты фонда и Министерства образования. Акция Пенсионного фонда рассчитана на людей, думающих о пенсии меньше всего – школьников и студентов. Для них миллионным тиражом издан специальный учебник. Брошюра популярно объясняет, почему вопросом пенсии следует озадачиться уже сейчас. В Хакасию пока поступило 2000 таких пенсионных методичек. Их раздадут в школы и вузы республики. А начиная с этого месяца и до конца года в учебных заведениях пройдут курсы по пенсионному обеспечению населения. На них специалисты расскажут о пенсионном законодательстве и правах россиян.